Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Прошу к столу». Сегодня у нас не совсем обычная видеосъемка. Мы получили эстафету от замечательного канала «Бенгальский кот Вирсик». Я буду постараюсь ответить на все вопросы этой эстафеты. Первым вопросом было «Представьтесь, меня зовут Ирина». Те, кто уже смотрит наш канал, знают. Почему вы решили открыть канал? Честно говоря, это не я решила, это было предложение моего брата. Как-то он пришел к нам в гости, мы пили чай. У меня был какой-то очередной торт, и Валера говорит, что ты вот все время что-то печешь, готовишь, экспериментируешь, у тебя все время какие-то новые рецептики. Давай откроем свой кулинарный канал. Моя первая реакция была, говорю, да ты что, я не смогу, да вообще столько рецептов сегодня, ну, кому, в общем-то, нужны мои эти кулинарные шедевры. И мы стали обсуждать, посмеялись, я, честно говоря, думала, что на этом все и закончится, а потом мне показалось, что идея действительно интересная, почему бы и нет. Вот так мы, в общем-то, скажу, и открыли наш канал «Прошу к столу». Конечно, были разные идеи по поводу, как назвать канал, но многие варианты уже были заняты. И вот Валера предложил, что давай назовем канал «Прошу к столу», потому что всегда, когда мы приглашаем людей к столу, мы также им и говорим, что «Прошу к столу». Мы решили, что это замечательная идея, тем более для кулинарного канала. Следующим вопросом в эстафете было, как восприняли окружающие ваш канал? Честно скажу, что я никому еще не рассказывала, но меня знают только две подруги. Я, наверное, стесняюсь рассказать всем о том, что у нас есть канал, но самые близкие подружки знают, и одна сказала: «Молодец, классно», даже стала предлагать какие-то еще разные кулинарные идеи, а вторая подружка сказала: «Молодец, я тобой горжусь». Следующий вопрос в эстафете: думали ли вы закрыть свой канал? Нет, конечно, мыслей таких не было. Канал открыли совсем недавно, каналу буквально полгода. И, честно скажу, мне вообще понравилась эта идея, то, что мы делаем. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Мне приятно, что вам нравятся мои рецепты, и вы готовите по ним. Огромное вам спасибо за ваши отзывы. Я буду дальше стараться и баловать, и радовать вас какими-то новыми идеями и вкусняшками. На вопрос, есть ли у вас мечта, я отвечу, конечно, да, есть мечта. Я думаю, что мечта есть у каждого, и это замечательно. Все люди должны мечтать, и мечты должны сбываться. Но у меня правило жизни, я никогда не рассказываю про свои мечты и планы. Я рассказываю только тогда, когда уже мои мечты сбылись. И, в принципе, я одной такой своей мечтой могу поделиться. Мы с семьей мечтали о том, чтобы у нас был свой дом. И вот эта мечта сбылась буквально полтора года назад. Мы построили дом и уже переехали, и живем в своем, в новом доме. На вопрос, если бы была машина времени, воспользовались бы вы ей и поменяли бы что-то в прошлом? Я думаю, что каждый человек хотел бы, наверное, использовать машину времени, что-то поменять, потому что, скорее всего, это связано с какими-то неудачами в жизни или тяжелыми, печальными моментами. У меня тоже есть такие моменты, и мне очень тяжело об этом говорить. Если бы была такая возможность, я бы обязательно и воспользовалась. Следующий вопрос. Какой бы фильм вы посоветовали посмотреть? Вот назвать прям конкретно как фильм я даже, наверное, не возьмусь, потому что я люблю вообще семейные фильмы. Мне очень нравятся фильмы про волшебство, про Рождество. Я так, наверное, верю в сказки, люблю смотреть такие фильмы о волшебстве, когда все заканчивается хорошо. Ну, а если так по-взрослому, то... Недавно я посмотрела пару фильмов замечательного режиссера Вуди Аллена. Советую вот вам тоже, так скажем, для семейного просмотра фильмы этого режиссера. На вопрос рассказать какую-то смешную историю из своей жизни.
Честно говоря, даже не знаю, как ответить, потому что, ну, прям такого что-то смешного, веселого, скажем, в моей жизни не происходило, чтобы можно было это рассказать. Поэтому, наверное, этот вопрос останется единственным неотвеченным. Последним вопросом в эстафете было, что бы вы пожелали своим зрителям? Я бы хотела пожелать всем крепкого здоровья, любви и удачи. Если вы что-то делаете, делайте. Даже если вам страшно, все равно продолжайте и не останавливайтесь. Мечтайте. Мечты всегда сбываются. Ставьте цели и идите к ним. Тепла и уюта вашему дому. А эстафету я хочу передать таким замечательным трем каналам, как Наталья Липецкая, иностранка в Италии, и Света Зай. Девчонки, желаю вам удачи в эстафете. Всем хочу сказать большое спасибо, что смотрели нас. И тем, кто еще не подписался, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!